Приветствую тебя на канале, меня зовут Яна, и добро пожаловать в Hearth Riding Tales. Итак, только что я закончила социальный квест. Очень странно в последнее время социальный квест. Во-первых, заканчивается раньше времени положенного, я еще не насобирала достаточное количество там корзинок, грибов, неважно чего. Вот, потом это все скипнулось, и заново начался квест, который продолжался еще 2 минуты где-то примерно. А за 2 минуты, само собой, минимальное количество вот этих вот штук насобирать вообще нереально. И в итоге я осталась снова без жемчуга. И, кстати, в каком-то там обновлении это все сделали теперь по-другому. Для того, чтобы получить жемчуг, нужно не только 75 штук насобирать, да, там чего-либо, ну, что там выпадает, да, грибы там, допустим, или корзинки, или еще что-то, коробки там, по-моему, еще собираем. Вот, ну и надо, чтобы вся команда тоже насобирала по минимуму. Если кто-то отстает, то нужно ему помогать и собирать намного больше, чем 75. Больше 100 где-то примерно должно быть у вас. Вот, тогда вы и получите 4 жемчуга. То есть жемчуг сейчас зарабатывается намного сложнее, чем это было ранее. И я хочу вам сказать, что я уже давным-давно вступила вот в этот клуб. Вообще я уже пыталась вступать в какой-то клуб. Мне много приглашений всегда приходит вступить в клубы. Но я думаю, наверное, меня знают. Мои подписчики меня приглашают. Как-то я вступила в один из клубов. Видимо, не русский был клуб, потому что там все были не русскоязычные. Вот. Но так как я проявляю мало активности, меня потом кикнули с этого клуба. И я зареклась больше. Говорю, не буду вступать, буду основывать, наверное, свой клуб. Ну, в этот клуб почему-то я вступила, вот, и меня здесь сделали администратором. Пожалуйста, там, кто хозяин клуба, откликнитесь в комментариях. Сейчас я вам покажу. Президент клуба Селин Глоу, да, ну, надеюсь, правильно прочитала. Она меня зачем-то сделала админом, ну, это, конечно, очень приятно. Раньше она написала Яна Прик, а теперь она написала админ, ну, явно мой подписчик, вот. Клуб, конечно же, маленький, а здесь, в принципе, я вступила, не знаю даже зачем, поскольку постольку, и так и осталась в этом клубе, не очень он активный, как вы видите, ну, многих здесь активность по нулям, ну, сейчас я вам покажу вообще всех участников своего клуба, ну, это не мой клуб, конечно же, так, просто тот клуб, в котором я состою, немножечко активничаю я в нем, чуть-чуть совсем, иногда ловлю лошадок и получаю за это очки. Вот, так как я сейчас участник клуба, мне доступна еще новая прическа. Ну, я не знаю, стоит ли ее носить. Давайте ее рассмотрим вместе с вами. И вроде бы разработчики обещали добавить новые какие-то прически. Очень классно, вот такая прическа мне доступна. Ну, давайте оставим, в принципе, почему бы и нет. Давайте оставим эту прическу. Ой, подождите-ка, почему она на меня не наделась-то? Она мне вроде доступна была. Вот с прическами здесь проблема. Вот, оно у меня бесплатное, я нажимаю на галочку, и оно у меня, может быть, мне сойти с лошади надо. А вроде бы как я проверяла, она на меня надевалась, эта прическа, а в этот раз что-то не хочет. Постоянно здесь какие-то баги. Еще раз пробуем, последний раз. Нет, не получается. Может быть, просто нужно сойти с лошади, давайте спешимся. Попробуем без лошади. Так, пробежимся вперед. Может быть, без лошади на меня прическа наденется. Что такое? Что за безобразие? Нет, не хочет. Ну, ладно. В принципе, я просто вам хотела показать, что она у меня есть в доступе, но почему-то на меня не надевается. В доступе, видите, в собственности. Вот ряд причесок, которые у меня в собственности. Хм. Ну, окей. Наряды мы еще не открыли, и разработчики обещали добавить новую прическу. Очень красивая, мятно-розовая, мои любимые цвета. Не знаю, она будет для членов клуба или за жемчуг продаваться, поэтому я сейчас активно собираю жемчуг. Вообще хочется, конечно же, чтобы вообще за гемы продавал. Ну, там 45 гемов бы стоила прическа, было бы очень круто. Можно было бы купить, но я бы хотела что-то такое цветное, все-таки необычное. Вот такие вот дела. Давайте посмотрим, кого мы здесь можем поймать. Давайте выйдем на охоту, на ловлю лошадей. Пособираем немножечко, немножечко очков для нашего клуба. Те, кто смотрит, давайте активничать, наверное, продвигать клуб. Ну, что-то с этим делать. Вот, для того, чтобы получать бонусы хорошие. Так, а ты у меня сколько... Ой, ты куда делся? Подожди. Он у меня исчез. А, вот. Ты у меня сколько стоишь?
У меня один, одна сфера, по-моему. А, две сферы. Ой, как обидно. У меня всего лишь одна. И у меня, по-моему, ресурсов нет для того, чтобы скрафтить эти сферы. Давайте посмотрим, смогу ли я... Нет, я не смогу скрафтить. У меня пала не хватает. Так, и что у нас тут за игра? Я уже пыталась поиграть на мероприятиях. Здесь нужно будет охотиться за яйцами драконов. Командная игра. Ну, давайте попробуем. Так, все, бежим. Быстро. Берем. А. Это яйцо нельзя взять, да? Ага. Ну, то яйцо взять нельзя. Так, а почему я в лагере синих оказалась красным? Почему я красная оказалась в лагере синих? Ох, божечки, кошечки. Теперь мне свой лагерь надо искать, да, вы хотите сказать? Круто. И у меня яйца не берутся почему-то. О, ни одно яйцо у меня не берется. Супер просто. Ну все, кто-то будет собирать, а я не буду собирать. Я буду просто так стоять. Но это не только у меня такая проблема, похоже. Видите, другие тоже игроки стоят. А кто собирает? Кто-то же собирает. У синих 10 уже яиц собрано. У нас всего лишь 4. Постоянно вот эти вот баги. Невозможно играть в игру. Может быть, поэтому я и не снимала видео. И это все. Я вылетела из игры. Просто класс. Ну вот о чем говорить. Ну ладно, сейчас тогда сундуки пооткрываем. Больше я в эту игру заходить не буду. Давай загружайся. Сейчас быстренько откроем сундуки за просмотр и рекламу. И посмотрим, что там выпадет. Может быть, жемчуг. А мне надо 40 жемчуг или 50 срочно накопить на новую прическу. Очень сильно я ее хочу. А если вы знаете, как она будет продаваться, пишите, пожалуйста, в комментариях. Но она вообще мне безумно понравилась. Ее релиз этой прически показывали в Инстаграм. Ну, я, по крайней мере, увидела ее в Инстаграм. Ну, хорошо, давайте открываем розовый сундук. Так, еда... Билетики за гонку, в которой я не участвую никогда. Ну ладно, давайте зеленый. Зеленый нам тоже ничего такого особенного не дал. В принципе-то. Ну что ж, а вот такое видео получилось. Просто ни о чем. Видео выходного дня. Разговорное, так сказать. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно ставьте лайки. Ой, кто-то мне в друзья тут напросился. Так, давайте примем друзья. Подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре Hearthstriding Tales. А с вами была Енита, и увидимся в новых роликах.